номиналдык коноктор кыргызстандык волейболчулар андыктан эми байрүүр үй ээси болуп жаткандан кийин кыргызстандык волейболчулардын курамынан баштасак туура болчудай. Дорбек Умаров биринчи номерде, Кутманбек Абсатаров экинчи, бул экөө тең либеро оюнчулары. Нурбек Кожомберди уулу үчүнчү, Нурислам Медетбек уулу төртүнчү, Нурмухаммед Токтоев бешинчи, Эмил Идрисов алтынчы, Оңолбек Каныбек уулу жетинчи номерде команданын капитаны, Дамир Газинур уулу сегизинчи, Темир Муса уулу тогузунчу, Өмүрбек Жунусов онунчу номерде, Жамалидин Мусаев 11-чи, Жантемир Жээнбек уулу 12-чи, Роман Шилов 13-чү жана Азамат Жумабек 14-чү номерде оюн алып барат. Көчө өтө көзгө толумдуу оюн көргөзсү. Чындыгында бүгүн дагы бардык ушул беттешти көрүүгө келген күйөрмандардын бардыгы кыргызстандык волейболчулардан сөзсүздө жеңишти күтүшөт. Демек топту биринчи оюнга киргизүү мүмкүнчүлүгү Казакстан тарапта экендигин көрсөк болот. Азыр да ошол коноктор көк түстөгү кийимчендер Казакстан улуттук курама командасы менен кесиптешим Бексултан Үсөнәлиев тааныштырат. Ну а перед этим поздороваемся, друзья. Всем привет, здравствуйте. Мы снова находимся с вами вместе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром», что находится в Бишкеке, в нашей столице, в жилмассиве Арча-Бишкек. Друзья, ну вообще, конечно, здесь у нас ногу некуда поставить, огромное количество зрителей, арена вмещает не так много категорий болельщиков, но здесь и на проходах, здесь и на лестничных площадках людей очень много, еще больше людей смотрят нас на канале КТРК Спорт, также на нашем YouTube канале КТРК Спорт Кыргызстан, КТРК Спорт. И сегодня будем вместе с вами болеть за нашу сборную. Полуфинал Кубка вызова Центральной Азии. Это Кубок мэра города Бишкек. Кыргызстан-Казахстан. Вчера была интересная встреча. Мы выиграли. И сегодня надеемся, что выиграв эту встречу, отправимся с вами вместе в финал Кубка вызова, где сыграем с очень сильной сборной команды Туркменистана и возьмем реванш. Ну, на это, конечно, мы очень надеемся. Ведем 2-0. Подачи есть очень хорошие. Сейчас мы составом команды сборной Казахстана познакомимся перед этим здесь. Великолепная работа нашего либера. Здесь еще один дальний удар. И 3-0, друзья. Вот это да. Это прекрасная просто работа. И в очередной раз номер 5 сборной Казахстана Нурмухаммед Токтоев, друзья, играет просто великолепно. Так, подача очередная. Друзья, у нас Вербек Джунусов, состав сборной Казахстана. Сейчас мы познакомим. Давайте мы посмотрим перед этим подачу. И что-то попадает. Мяч в площадку. 4-0. Недовольны казахстанские волейболисты тренером. Но это эйс Вербека Джунусова. В очередной раз. Итак, снова подача нашего волейболиста. Сильнейшая подача, ну здесь точно. Так, состав Казахстана, дорогие друзья. У нас здесь первый номер играет Ерикжан Бокен. Далее номер второй Владимир Прокофьев. Номер четвертый Рустам Гайзудинов. Номер пятый Сергей Кузнецов. Восьмой номер Денис Ещенко. Номер девятый Сергей Окунев. Номер одиннадцатый это Дамир Акимов. Номер тринадцатый Владислав Кунченко. Номер семнадцатый Бекарыс Габитулы, номер 19 Александр Швартопф, Михаил Устинов, 21 номер, 22 номер Илья Толжанский, 24 номер это Нурлбек Нурмухамбетов, номер 30 Сергей Рязанов. Главный тренер сборной команды Казахстана это Борис Гребенников, а тем временем у нас 6-5-1. Великолепная работа нашей сборной в самом начале этой игры. Как ты думаешь, Даир? Вчера мы выиграли Казахстан в очередной раз, и сегодняшняя игра, насколько вчерашний матч может повлиять на эту игру? Ведь, потому что буквально отдыхали ребята там 24 часа, не было большого перерыва, и команды друг к другу протерлись, прекрасно знают, поможет ли нам то, что вчера мы выиграли. Казахстандағы, Кыргызстандағы, Борбордук Азиядағы тең атандаштықты қармап келе жатқан құрама командалар сөзтүрді. Көчөгө Кыргызстандын 3-1 есебинде жеңип алышы сөзтүрді абалды курчутат. Казахстандықтар бүгін чиралуу менен толуканды максимум аракетин көрүүгө мүмкүнчүлүк сөзтүрді издешет. Бүгүнкү күндө дагы ошол биздин волейболчулар жеңишти оңой камсыздайт деген кепилдикти эч ким бере албайт. Андыктан беттеш өтө курч болот. Азыр алгачкы тайм-аут, азырынча жакшы эсеп сандар 6-1, 5 упай үстөмдүгүндө алды да келе жатабыз. Опять же, да, не нужно расслабляться. Вчера выиграли, но были трудовые, конечно же, розыгрыши, трудовые партии. Поэтому, как ты сказал, сегодня легко 100% не будет. Наши волейболисты должны, конечно, здесь
собраться в очередной раз и выдать еще один такой большой перформанс. Ну и в финале тоже ведь принципиальная встреча будет с туркменом. Мы им проиграли. И главная сенсация этого кубка вызова — туркмены, одолеть их. И, ну, конечно, я думаю, это будет еще один большое объявление всей Центральной Азии о нас, о том, что мы сейчас развиваемся уже семимильными шагами. Так, есть розыгрыш, есть диагональный удар, и великолепная работа. Мяч коснулся блоком, и есть очко. Дамир Газинур-Улу, дорогие друзья, здесь отрабатывает. 93-й год рождения, наш волейболист команды СКМО. Очередная подача Романа Шилова. Самый высокий волейболист нашей сборной, ну и также всего общего чемпионата. Пропускаем здесь атаку. И есть очко у краснодарской команды. Будут они подавать сейчас. Ну, конечно, наша сборная подготовилась очень хорошо. Тут и Андрей Анкудинов, и Бакатали, Матила Миров подготовили великолепную команду. Я думаю, что да, это молодежь в основном. Тут нет больших таких старичков. Тут в основном свежая кровь. И они сейчас, конечно же, горят этим желанием. Ну и, безусловно, поддержка ведь. Поддержка играет очень большую роль. Сегодня играем на переполненных просто трибунах, но это не первый раз. И мы каждый матч проводим в такой атмосфере, атмосферы поддержки. И я думаю, что и это тоже играет большую роль. Как ты считаешь, вот то, что в нашей стране такая большая любовь к этому виду спорта, ведь мы уже какой сезон комментируем чемпионат Кыргызстана, да, это высшая лига, национальная лига, и всегда болельщиков больше, чем на матчах там баскетбола, ладно, на футбольных матчах даже больше, да, и как ты считаешь, вот эта сама любовь обычного болельщика к волейболу как-то помогает развитию этого спорта в нашей стране? Сөз түрде талашсыз, гюрмандардын мынчалык бир чоң залды толтуруп келип, өзүбүздүн оюнчуларды жан үрөшү, чындыгында дем күч кубат бергенден башка сөз түрде зыянын тийгизбейт. Жана ички чемпионат тууралуу сөз кыла турган болсок, Кыргызстандын ички чемпионаты 2009 жылдан тарта ойнолуп баштаган. Ал эми Казакстан менен салыштырып карай турган болсок, Казакстандын ички чемпионаты 93 жылдан тарта ойнолуп келет. Кыйда командалар ички чемпионатта бир аз күчтүүрөөк. Ошол эле биздин мамлекеттен дагы легионер катары Казакстандын командаларында ойноп жүргөн дагы оюнчулар бар экендигин билебиз. Эми көрөрмандардын колдоосу менен азыр баардыгыңыздарга эле угулуп жатат. Упай иштеп тапкан сайын волейболчуларга, спортчуларга ого бетер күч кубатын берип, оюндагы абалды турукташтырып берип жаткандыгы сезилүүдө. Эми казакстандык оюнчуларга ошол балким көрөрмандарынын, өздөрүнүн көрөрмандарынын жоктугу дагы бир аз артка тартып жаткандыгы сезилген. Көчөгү күнү оюнчулардын бүгүнкү күндөгү эми психологиялык абалы кандай деңгээлде келди, алдыңкы мүнөттөрдө байкайбыз. Азыр башталышы гана, муну менен гана бардыгы жыйынтыкталбайт. 5-9 4 упай үстөмдүгүндө алды да азыр Кыргызстан. Жана кезектеги аракети менен кайрадан узатылган сокку 10 упай өзүн көпкө күттүргөн жок. Өмүрбек Жунусов кезектеги упайды иштеп табууда. 1997 жылкы, боюнун узундугу 197 сантиметр, Ошму командасында өзүнүн аракетин көргөзүп келет. Чындыгында өтө туруктуу оюн өткөрүүдө. Алгачкы күндөрдөн тартып ошол биздин кыргызстандык волейболчуларга болгону Түркмөнстан менен болгон беттеште бир аз оорураак болду. Сөз түрдө эгер бүгүн Казакстанды жеңип финалга жолдомо ала турган болсо, эртеңки күнү алар Түркмөнстандан кайрадан реванш алууга жакшы мүмкүнчүлүк карайт. Кезектеги упай Нурмухаммед Токтоев, өтө туруктуу стабилдүү оюнчулардын бири. Нурмухаммед 28 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр, Отор командасында Кыргызстандын ички чемпионатында оюнун өткөрүп келет. Жана Нурислам Медетбек уулу топтоо оюнга аралаштырат. Башкы машыктыруучулардын берген маалыматтарына таяна турган болсок, улуттук курама командада чоң деле өзгөрүүлөр болгон жок. Болгону 2001 жылкы ошол 21 жаштагы 3-2 оюнчу курамга жаңы кошулгандыгы тууралуу маалымат берген болчу. Анын бирөөсү Жантемир Жээнбек уулу. Ал да 21 жашта Отор командасында ойноп көрүп келет. Андан сырткары да бир 21 жаштагы Нурбек Кожомберди уулу. Бирок старттык курамга чыгыш элек көндүрүү максатында Андрей Анкудинов аларды көчөккө ошо Казакстан менен болгон беттештин 4-үнчү сетинде оюнга кошкондугун көрдүк. Тегечекте 12-нчи упай кайрадан эле 10-чу номердеги Өмүрбек Жунусов 6 упай айырмачылыкка жеткирип жатат ортодогу эсепте. Жана Жамалидин Мусаев дагы өтө
тұрықты ойыншылардың бірі, ойыштыручы позициясында ойналып барады. 1992 жылғы бойының ұзындығы 183 сантиметр, Эрем командасында ойнайды. Ал блок! Роман Шелов блокты көрегөшті қылды. Азара қазақстандықтардың ойыны чындығында таптақыр жүрішпей баштағандығын көрсек болады. Жана башқы машықтыручы сөз күрді Борис Гребенников. Тайм-аут алуға мүмкіншілігі бар. Мындай қадамдарға көп барат екендігін білген біз. Өзбекстан менен болған ойында жада қалса ошол ортодогу экинчи сетте бираз уттуруп бара жаткан учурда Өзбекстанда коюнчулардын бираз туруксуз абал калып түшүнү каалады. Айтор тайм-аут менен бир топ тактикалык жүрүштөрдү өзгөртүп оюндун жүрүшүн таптакыр башкача нуукка буруп кеткен жайы бар. Азыр киргизип берүү так болуп чыккан жок. Ал учурда 7-чи упай казакстандык волейболчулардын пайдасына кетти. Михаил Устинов 1989 жылкы, бойун узундугу 190 сантиметр, Буревестник командасында ойнолуп барат. Казакстандын ички чемпионатында өтө тажрыйбалуу туруктуу оюнчулардын бири жана азыркы Казакстан улуттук курама командасындагы жаш курак оюнчудагы эң улуусу. Анын өткөрүп берүүсүн турукташтырып кабыл алганы менен чабуулга чыгууда катага жол берип 8-чи упай Казакстандын пайдасында азыр. Да, с подачами сначала были проблемы, сейчас уже диагонально ошибается. Подача казахстанской команды, сборной Казахстана. Ой-ой, вот это сильнейшая была подача. Сохранить мяч надо, Шилов. Сохраняем. Подак получится ли? Ну, получилось ведь, да, и со второй линии можно было просто перевести мяч. В итоге захотели в атаку пойти, но ошибка. Вербек Джунусов. Это был игрок команды Ошму. Идем дальше. Да, сегодня у нас нет Умулбека Ханвекулу. Ну, это большой. Большое имя, это лидер нашей сборной, один из лидеров. Без него мы сегодня играем. Но, конечно же, верим, что все будет в порядке и наша команда справится. Пока что вот разница 4 очка есть, но потихоньку Казахстан пытается приблизиться. 21 номер сборной Казахстана будет подавать сейчас здесь. Это Михаил Устинов. Буревестник. Это такие бы советские названия у команд. А здесь тем временем неудачный прием мяча получился. В итоге всего лишь в 3 балла мы ведем у сборной Казахстана. И поэтому взяли сейчас тайм-аут. Правильное решение. Здесь Андрей Анкудинов этот тайм-аут берет. И нужно будет сразу сейчас привести в порядок ментальную составляющую игроков. Привести в порядок их. Привести в чувство в первую очередь, конечно же. Ну что ж, друзья, в шаге от финала. И будет, конечно, максимально обидно, если мы проиграем сегодня, выиграв вчерашний матч. Это понимают наши волейболисты. Вот они на ваших телеэкранах. И на заднем плане, конечно, вы увидели, какое количество болельщиков на трибунах. И я думаю, что с такой поддержкой нужно цепляться за каждый мяч. Итак, подача. Снова Устина будет подавать. Смотрим. Мы готовы. Будем принимать. Очень сильная подача от сетки. Принимает либера. Дальше здесь диагонально бьет. И прекрасная работа, друзья. Это снова Мирбек Джунусов. Игрок команды Ошму. Ну, из Ошму в команде у нас играет также Нурбек Хожимбердиулу. И вот сам Мирбек Джунусов. Подача Мирбека. Сильная подача и аут. Уходит мяч в никуда. И снова преимущество в 3 балла сохраняется. Да, с подачами, конечно, чуть-чуть нужно быть поаккуратнее. Мы уже сколько, вторая или третья подача получается неточной. В самом начале этого матча. Казахстан будет подавать. Тройка. Это Владимир Прокофьев. Тоже буревестник. Звено буревестника играет здесь. Блок неплохо. Первым темпом Шилов. Нет, не сильно получается. Амплитуда удара получилась не самый большой. Здесь еще один удар Нурмухамеда Токтоева. И отсюда сохранили мяч. Смотрите, игроки сборной Казахстана. Мяч в игре. Нужно играть. Еще один удар диагонального. И здесь блокирующий. Прекрасная работа Дамира Акимова. Здесь получилось. Это игрок команды Тарас. Дамир Акимов. 2 метра 2 сантиметра у этого волейболиста рост. Центральный блокирующий.
Так, 12-14, друзья, у нас всего лишь 2 балла. Так, мяч у нас. Ай-яй-яй-яй, здесь нужно быть поосторожней. И забирает, смотрите, Красан, 13 очко. То есть 6 очков преимущества было. Теперь оно вообще сводится на нет. Казахстан приближается, но это было ожидаемо. Так что Казахстан очень сложно вкатился в эту игру. Наши боеболисты начали просто великолепно, но теперь нужно удержать это небольшое преимущество. Так, и подача сильно. Нурмухамед Токтоев здесь, и это 14 очко сборной Казахстана. Нурмухамед Токтоев оказался не в своей зоне, но он чуть выше поднялся в эту шестую зону. Хотя я думал, что либеро, возможно, был готов к этому мячу. Прокофьев. Сильнейшая подача Прокофьева. Мирбек здесь отлично играет. Нурмухамед Токтоев. 15-14. Нурмухамед. Ну, вот Нурму надо вот в него играть. Пространство организовывать. Для разбега ему давать возможность. Хорошая нужна разыгрывающая, скажем так, волна. И сразу пойдет мяч. У Нурмухамеда этот мяч пойдет, а здесь аут. Очень мягко шел мяч на заднюю линию. В итоге аут. Казахстан счет сравнивает. Хотя, конечно, мы сами это делаем. И очередной раз подачи у нас не удается. Подача Казахстана. Ну, они тоже ошибаются, так что у нас 16 очко. 16-15, беру пай. Ары беру ойнап жатат азырынча. Жана Дамир Газинурулу топка жакындап келди. Дамирдин киргизип берүүсүн байкайды. Оюнга жакшы түшүп берди. Эми коргонуш керек ушул жерден. Өтө мыкты чабуулга чыкса болот. Жамалидин Мусаевден көтөрүлгөн топ кайрадан эле Нурислам Медетбек уулу. Адамжай командасынын ойчусу Нурислам 2 упай үстөмдүктү сактап берүүдө. 17-15. Ал эми Дамир Газинур уулу кезектеги киргизип берүүгө барат. Жана Газинур уулу туруктуу өткөрүлгөн топ. Дайвер чабуул токтотуш керек. Блок иштеди. Ай-ай-ай. Бирок тактык жетишкен жок. Нурисламдын колуна тийип кайткан топ атаандаштардын жарым таласыздыгынын сыртына түштү. Эсеп сандары 16-17. Киргизип берүү мүмкүнчүлүгү көк түстөгү кийимчендерде азыр. Илья Тавалжанский топту өткөрөт. Жакшы кабыл алышты. Жамалиди Мусайтан көтөрүлгөн топ жана Нурмухамед Токтоев. 18-16. Өтө жакшы чабуулдук аракеттер. Нурмухамед Токтоев кезектеги упайды иштеп табууда. Оңолбек Каныбек уулунун жоктугу ошол оң канаттан сок узатууга мүмкүнчүлүк издебестен болгону Нурмухамед аркылуу чабуулга чыгып жатышат. Азыр Нурмухамедтин өткөрүүсү дагы так эмес болуп калды. 17-18 эсеп сандары кыскарууда. Сөзсүз түрдө Казакстандын пайдасына кетет бул. Дамир Акимов. Өтө күчтүү оюнчулардын бири Дамир Акимов дагы көчөкү оюнда да бир топ маселе жараткандыгын көргөнбүз. жылкы боюнун узундугу 2 м 2 см. Атырау командасында оюн өткөрөт жана жооптук чабуулду кереметтүү ишке ашырышты. Өмүрбек Жунусов. 19-17 жакшы биринчи сет. Өтө мыкты деңгээлде барууда. Ушул туруктуулук кереги азыр. Нурислам Медетбек уулу топту оюнга кошот. Кубаттуу соккуга бел байлап жаткандай. Ооба, кубаттуу өткөрүп берүү, бирок маселе жараткан жок. Блок өтө жакшы иштеди. Азамат Рамашилов экинчи толкундагы чабуулдук аракет. Казакстандыктардын блогу дагы жакшы иштеп жатат. Экинчи сызыктан Нурмухамедден сокку бар болчу. Бирок маселе жараткан жок. Рамашилов блокто кечиккен жок. Бирок топ сызыктын сыртына түшөт дагы. 18-ci упайды. Казахстан улуттук курама командасынын оюнчулары өздөрүнүн пайдасын алууда. Сергей Кузнецов. 1993 жылкы 190 сантиметр боюнун узундугу Буревестник командасында оюн өткөрөт. Алда Казахстан ички чемпионатында кайра эле керектүү упайлардын бирин иштеп таап жаткан Өмүрбек Жунусов. Бирден бери барган сайын команданын лидер оюнчусуна айланып бара жатат. 20-ci упай, 2 упай үстөмдүк.
А, Джамалидин Мусаев уйш туру. Позициясында ойнал парган. Ойнчу. Өте турукту. Джамалидин дагы ойындар Эрем командасында ойын өткөрөт ал. Жана соку. Ой-ой-ой. Азыр орундукту жоготуп ийген. Нурмухаммед дагы Джамалидин дагы бул топко аракетин жасаштан. Ким менен топто оюндун үстүндө сактап жетишкен жок. 19-20. Михаил Устинов. Топто оюнга киргизип берет азыр. Мухаммед Токтоев азыр көнүктөштөрүнө дем күч берип жатат. Жана эйс. Эсеп сандары 20-20 демек. Тең болуш азыр 20 упайдан ашырбай жатып. Эми карманыш керек бул жерден. Жакшы туруктулукта келе жатышты эле, бирок акыркы мүнөттөр бир аз ийгиликсиз өнүгүп жаткандай. Устиновтун экинчи киргизип берүүсүнө күбө болду. Кубаттуу киргизип берүү. Либера Кутманбек Азамат жакшы кабыл алды. Мык каккандай. Эч бир мүмкүнчүлүк калтырган жок атаандаштарына. Өмүрбек Жунусов. 25 жаштагы чабуулга чыга турчу Ошму командасынын оюнчусу. 21-чи упайды сактап берди. Эми өзү азыр Өмүрбек. Топту оюнга киргизет. Өмүрбектин аракетин көрүп туралы. Кубаттуу киргизип берилген топ. Либера сактап берет. Эми ушул жерден жакшы коргонууну көзөмөлдөшү керек. Либера Кутманбек Азамат. Контур чабуул андан ары. Дамир Газинур уулу 22-20 эсеп сандары. 3 упай керек эми. 3 упай бул сетте жыйынтыкташ үчүн. Близко, друзья. Очень близко. И прекрасная работа, дорогие друзья. Что делают наши ребята? Өмүрбек Жунусов. Да, партия в его честь. Именно он вытаскивает сейчас для нас эту партию. Первым темпом снова. Снова мы пропускаем этот первый темп. И это в очередной раз пятый номер сборной команды Казахстана. Сергей Кузнецов. И снова это буревестник, друзья. Да. 21-22. Идет сам подавать Сергей Кузнецов. Наиопытнейший, конечно, игрок. Один из самых опытных в составе команды сборной Казахстана. Награда чемпион Казахстана. В составе буревестника. Теперь его подача. Так, ну эта подача нам даст второе очко, поэтому мы должны держаться. Потому что перед этим будет уже сразу же, если выиграем малый сетбол. Нурмухаммед, прекрасная работа. Нурмухаммед сам здесь играет, не сильно получилось. Чуть-чуть вперед надо было играть здесь. И пропускают, но это аут, друзья. Это аут. Касания не было. 23 очко у нашей команды. Малый сетбол. Будем подавать. И что там? Тайм-аут. Его не будет. Роман Шилов, друзья. Большая звезда кыргызского волейбола. Игрок команды Салам Алик. Будет подавать. Рома, давай. Рома хорошо на пятую зону играет. Второй темп. Здесь нужно здесь удержаться. Конечно же, уходит мяч очень-очень далеко. Не сумели мы его сохранить, поэтому Казахстан забирает 22 очко. Будут они, собственно, сами подавать. И у нас будет шанс выйти в атаку. Так что можно, можно, друзья, эту партию нам еще забрать. Мы очень близки. Следующее очко будет у нас для уже сетбола. А, гудят трибуны. А чего хотели? Дома ведь играем. Можем себе такое позволить. Сильнейший просто удар здесь, но мяч все еще остается в игре. Со второй линии атака. И попадает мяч в площадку. Это 23 очко. А, сравнивает Казахстан, между прочим. Сравнивает. Тяжело сейчас будет. Нелегко. Прямо скажем. Тайм-аут. Тайм-аут бьет Анкудинов. И теперь вот нужно нашим подготовиться для финиша. Финиша перед следующим сетом. Но хотелось бы выйти к нему уже в статусе фаворитов и победителей этого самого сета. Казахстан, Кыргызстан. Эта игра ожидаемо, конечно, будет интереснее предыдущей игры. Все-таки по уровню конкуренции игроков, по уровню самих игроков все же есть большая равность игроков. В отличие, конечно, от Туркменистана, где, наоборот, разность.
Подача. Казахстан. Снова будет подавать. И теперь уже наша сборная будет обороняться. Вот снова Сергей. Сильнейшая подача. Есть ошибка, друзья. И сетбол у нас. С нашей подачи очень вовремя. Ну, в кавычках. Очень вовремя ошибается здесь Сергей Рязанов. Игрок команды Нахон Радшашима. Это единственный легионер в составе команды. Команда сборной Казахстана. Ну а у нас тем временем Дамир Газинурулло подает не сильно. Первый темп снова. Хорошо играет либеро. И атака пойти можно. Нурмухамед Токтоев. И 1-0, друзья. 1-0. Нурмухамед Токтоев забирает для нас первую партию. Сборная команда Кыргызстана выигрывает партию номер один, друзья. Ох, прекрасное начало сегодняшнего вечера, дорогие дамы и господа. Оставайтесь на КТРК Спорт. И у нас впереди второй сет. Ну что, друзья, продолжаем. Продолжаем доминировать над Казахстаном. Ну, есть небольшая доминация. Не будем, конечно, мы слишком себя хвалить. Играем хорошо. Это факт. Играем неплохо. Это 100% даже факт.
Партия вторая. Теперь надеюсь, что наше преимущество будет еще больше увеличиваться. Предыдущую партию мы начали великолепно. Я бы сказал просто шедеврально, но отдали середину. Но самое главное, мы удержались, да? Бывает же такое, когда только садишься в седло, скачешь на быстрой лошади, в какой-то момент чуть-чуть какая-то турбулентность есть. Вроде как и падаешь, но удерживаешься, и на финише ты первый. Так и случилось у нас в предыдущей партии. Так, у нас тем временем эта встреча проходит во второй партии. 1-0, ведем. Хорошая подача здесь. Смотрите, еще одна очередная. Со второй линии будет удар Нурмухамед Тохтоеву. Нурмухамед бьет в аут здесь. Да, у него, конечно, вот эти диагональные удары просто великолепны. Но со второй линии сейчас он ошибается. Ну, не то, что ошибается, просто мяч улетает не в ту сторону. Подача Казахстана. Посмотрим, как они за эти буквально 5 минут сумели игру наладить. Здесь неудачный прием мяча нашего либера команды. Это Кутмамбек Абсатаров. Это Отор. Отор великолепно просто в этом году также сыграл. Из-за этого у нас в составе сборной Казахстана три игрока Отора. Это тот же Нурмухамед Токтоев. Это, конечно же, Джантемир Джембекулу. Ну и также еще и тренер Бакаталиев. Также сегодня он является ассистентом главного тренера. Тут блокирующий снова. Казахстан здесь играет. Это Сергей Кузнецов. Снова буревестник, дорогие друзья. Что у нас здесь? Казахстан сейчас 4 делает 0. Какое-то не самое радужное начало для нашей сборной. И страшнейшее здесь вот мяча в игру, подача. Но благо это все улетает в аут. Подавал здесь Михаил Устинов. В очередной раз самый возрастной опытный игрок команды сборной Казахстана Борисом Гребенниковым. Да, у него Марат Иманалиев, Дмитрий Горбатков являются тренерами. И первым темпом, но великолепная работа здесь Кутмамбека Абсатарова. Дальше продолжается игра, мяч в розыгрыше. И снова Абсатаров. Прекрасная игра нашего либера Нурмухамед. И что там? Ах, двойной удар получился. И в итоге у нас 5-1. Бешбир сепсонлары Казахстан зар алдыда бара жатат. Бираз жағымсыз башталды екінші бөлік. Қырғызстандық волейболшылар үшін. Бірақ авалды көзөмөлдөйт деген ойдабыз. Азыр кезекте киргизип берүү мүмкүнчүлүгүн орундатууга Владимир Прокофьев жакындап келгендигин көрүүдөбүз. Прокофьев дагы Бревестник командасынын оюнчусу. Жана Владимирдин өткөрүп берүүсүн байкап туралык. Жоңган оюнга ташталган топ Кутманбек Азамат сактап берди. Жана Ромашилов. 2-5. Кыскартыш керек. Абалды көзөмөлдөп башташ керек. Экинчи бөлүккө Андрей Анкудинов оюн талаасына Темир Муса уулун кошкондугун көрөбүз. Муса уулу 1994 жылкы, боюн узундугу 190 сантиметр, ошмо. Улар командасында, кечиресиздер, Улар командасында ойноп көрүп келет. Жана кийинки чабуулдук аракет менен Нурмухамед Токтоев кайра. 3-5, жакшы, 2 упай үстөмдүгү калды. Абалды көзөмөлдөп жатышат. Романшилов кезекте киргизип берүүгө жакындап баргандыгын көрүүдөбүз. Ашиловдон өткөрүп берген тобу жөнөкөй гана оюнга кармашы керек. Блок. Өтө кереметтүү аткаруу Өмүрбек Жунусов кайрадан эле. Казахстандык атаандаштарына кубаттуу сокку узатууга мүмкүнчүлүк дагы жол дагы бербеди. Жана 4-5. Ромашиловдун экинчи киргизип берүүсүн көрөлүк. Шилов оюнга кайрадан эле дагы бир чабуулду токтотуш керек ушул жерден. Ай-ай-ай, блокто кечигип калышты Өмүрбек Жунусов менен Нурислам Медетбек уулу. Казахстандык 5-чи номердеги Сергей Кузнецов абалды өтө жакшы көзөмөлдөп 6-упайды казахстандыктардын пайдасына салып берет. Сергей Рязанов
өте мықты ойыншылардың бірі Қазақстанның құрамында дағы анын қуатты кіргізіп беруісі ойын таласының ішіне түшпеді. Жаңа 5-6. 5-6 Қазақстандың башқы машық тұрушысы Борис Гребенников. Нұрғазы Көпчолоқовқа біраз наразыдағы болып жатқандығы көрінеді. Әмін қалыстардың шешімі сыйлаш керек сөзтүрді. Өмірбек Жунусов қуатты өткөрүүнү жасайт. Либера кабыл алып берди. Ушул чабылды токтотууга мүмкүнчүлүк карашы керек. Ай-ай-ай, бир аз эртерээк секирип жерге түшүп калды. Нурислам Медетбек уулу болбосо бул чабылдындагы мийизин кайтарып коюуга өтө жакшы жакындап барган. Жамалидин Мусаев жанында болчу. Абалды көзөмөлдөгөн аракет жасады алдагы. Бирок кандай болгон күндө дагы 7 упай Казакстандыктардын пайдасына кетет. Кийинки топту кабыл алышы керек. Кутманбек Азамат жакшы токтотот жана ачык калган алкага түрттү. Аракет ишке ашпады. Кийинки мүмкүнчүлүктө Нурмухаммед Токтоев кайрадан эле блокту 2 ирет абалды көзөмөлдөп берет. Темир Муса уулу ачылууда азыр. Жок, Нурмухаммед кайра эле ай-ай-ай. Бир аз ыңгайсыз кубаттуу сокку узатууга. Бирок ошентсе дагы туруктуулукту кармаган. Кийинки чабуулдук аракети менен 21-чи номердеги Михаил Устинов сокку узатты. Блокту оюнчулардын колуна тийип топ оюн таласызыгынын сыртына кетти. Дагы Казакстандын пайдасына 8-чи упай кетип жатат. 8-5, 3 упай айырмачылыгындагы үстөмдүк. Денис Ещенко топту оюнга аралаштырат. Жана так эмес. 6 упай. 2 упайга чейин кыскарды. Эми ушул аракеттен баштап абалды көзөмөлдөп башташы керек биздин оюнчулар. Нурмухаммед Токтоев топко жакындап келди. Токтоевдун киргизип берүүлөрү туруктуу өнүгөт. Негизи өтө жакшы киргизип берүү. Бир топ эле кыйын болду. Азыр Нургазы Көпчолоковдун ышкырыгы. Бир оюнчу 2 ирет топко тийди деген көргөзмөнү берди. Дагы 7 упай азыр биздин спортчулардын пайдасына кетип жаткан чагы. 7-8, 1 упай. Дагы эсеп сандарын теңеп алыш керек да андан ары алдыга чыгууну көзөмөлдөшөт азыр. Нурмухаммед Токтоев дагы бир кубаттуу киргизип берди. Бул эс, эс эч кандай талашсыз ооба сызыктын ичине түштү. Казакстандык оюнчулар топко болгон аракетин көргөн эмес. 8-8. Да, друзья, у людей нет крыльев, но они ищут способ летать. И Нурмухаммед Токтоев нашел этот способ, и как он летает по площадке, это просто заглядение. Друзья, сегодня Нурмухаммед и наша сборная великолепная. И вот они возвращаются, делают камбэк в этой партии. Но не позволим сделать камбэк, конечно, Казахстану в этой игре. Пока что ждем, пока что смотрим и просто восхищаемся нашей игрой. Да, заметили некоторые наши зрители о том, что предыдущую партию мы выиграли, когда у нас не было связующего на площадке, играя всецело атакующими игроками. Но спорт иногда может выходить за рамки понимания общепринятых норм, скажем так. И сейчас такая же история произошла. Нурмухаммед Токтоев, друзья, у нас. Снова подавать. Подача на 9 очко. Нурмухаммед, сильнейшая подача здесь. Но и первый темп у сборной Казахстана получается очень удачным. Но мяч остается в игре. Со второй линии удар Нурмухаммеда Токтоева. Но отличная работа другого 5-го номера сборной команды Казахстана уже. Это Сергей Кузнецов. Снова буревестник. Да. 4 игрока буревестника играют у Казахстана. Я повторюсь, опять же, да, такие вот советские названия. Буревестник. Это отсылка и, наверное, это ностальгия. Но у нас в чемпионате Казахстана такие новые названия. Улар, РМ, Сламалик. Но есть Ошму. Такие новые названия для нас. Ну, в принципе, я к тому, что в Казахстане национальный чемпионат страны имеет большую историю. С 90-х годов, начало 90-х годов. Наш чемпионат все-таки помоложе намного, мягко говоря. Очко есть, друзья. Снова он. В Голландии есть летающий голландец, коим назвали в последнее время, ну там, в 10-х годах Робина Ван Перси. У нас есть летающий кыргыз. Нурмухаммед Токтоев. Друзья,
Подача здесь и аут. Да. В аут мяч отправляет сейчас здесь четвертый номер сборной Кыргызстана. И это у нас Нурислам Эдбекулу. 2000-го года рождения. В спортсмен молодой, кстати говоря, говорю, Кадамджаев. Дали возможность здесь за надсборную сыграть, но вот пока что не получается. Благоподача. Наши в атаке. Сохраняют мяч в игре сейчас казахи. И вторым темпом со второй линии Нурмагомед Токтоев снова полетел. Но здесь хороший удар. Смотрите, Токтоев там сохранил мяч и сам и бьет. Токтоев сам пытается сейчас это очко выиграть. Но и Шилов. Нет, не Шилов. А здесь великолепный просто удар, дорогие друзья. И это у нас Темир Мусаулу. Темир Мусаулу зарабатывает для нашей сборной 10 очко. И возможность подать. Ну и сам будет здесь подавать Эмир. Железный. Нет. Так сказать, железный человек, но будет подавать другой. Это будет подавать Дамир. Извиняюсь, Жамалдин Мусаев, конечно. Не сильная подача. Ого, даже так. Недовольны сейчас наши игроки. Подходит к главному рефери. Рефери на вышке. Касания не было. Но рефери, конечно, очень горный народ. Они никогда не меняют своего решения. Это и в любых видах спорта. Ясно и понятно. В футболе до того дошло, что ввели ВАР. Ну, да, здесь, по идее, в волейболе есть челленджи. Но не у нас здесь, а в волейболе имеет дело. Здесь у нас нет их. Да, очко мы забираем. Очко мы забираем здесь. 11-12. И это было очень сильно прям. И возможно сейчас сравнять счет в этом матче. Вот теперь подает Темир Мусаулу. Очень сильная подача в шестую зону. И оттуда здесь четвертой зоны. Не получается, ошибается здесь. При ударе хотел перекинуть через блок. Очень хитро сыграть здесь Владислав Кунченко. Но, как говорится, хитрость цвета таланта, но таланта не хватило. Ниже подача, там Либер справляется вторым темпом. Вау! Все-таки ваут и сравниваем, дорогие друзья, счет, а потом уже и выходим вперед, друзья. 13-12. Кыргызстан в этой партии впервые выходит вперед. Ауа, ау, ничего неке. Темир Мусаулу, кезектеге киргиз берилерге бел байлаган чакта, калыстыш кыргыз жаңырды азыр. Тайм-аут. Алды казахстандык башкымашык туруучулар. Мен мындай бир алды да келе жатып, атандаштарына мүмкүнчүлүк берип койгон учурда сөзсүз түрдө башкымашык туруучулар тайм-аутка барат экендигин билебиз. Эми байкап туралык, азыр бардык машыктыруучулар көргөзмөлөрдү берип жатышат азыр. Андрей Анкудинов дагы, Исматилла Амиров, Бакыт Алиевтер оюнчуларга ооз эки сөздөрүн айтып бүтүштү жана ошол эле учурда казакстандык машыктыруучулар дагы абалды көзөмөлдөдү. Борис Гребенников өтө мыкты машыктыруучу экендигин билсек керек баардыгыбыз эле. Кайрадан оюн андан ары жалгашат. Темир Мусаулунун киргизип берүүлөрү жыйынтыктала элек. Да, буга чейинкидей туруктуу киргизип берүүлөрдү күтөлүк. Алтымыш кырыгы жаңырды. Темир Мусаулдан жөнөкөй гана оюнга ташталган топ. Эми ушул чабуулдук аракетти токтотуш керек. Экинчи сызыкта сокку. Ой-ой-ой, Мусаулу кайра коргоону тарапка өзү түшкөн. Бирок анын тозуусу анчейин ийгиликтүү болбой калды. Натыйжасында Кутманбек Абсатаров дагы акырына чейин аракет көрдү. Анчейин натыйжалуу болуп чыккан жок. 13-13. Казакстандык машыктыруучу Борис Гребенниковдун алган тайм-аутту азыр бир упайлык болуп иштеди деп туралык. Кийинки киргизип берүүгө Владимир Прокофьев жакындап барды. Владимирдин кубаттуу киргизип берген тобу Темир Мусаулу үчүн көп деле маселе жараткан жок. Жана Нурмухаммед Токтоев
Жоқ, блок, топты қауыл алып үлгірішті. Екінші толқындағы соққын. 4-13. Қайрадан алды да. Бір ұпай үстемдігінді алдыға шықты қазір. Либерадар ойын таласын таштап кетті. Құтманбек Арсатаров. Ғанын орнына 4-ші Қатар сарындағы Нұрислам Медетбекұлы. Блокты ойын алып бара тұрчық. Адамжай командасын ойыншысы. Беттешті ұлантат. Емен Рамашилов экраныңыздарда. Рамашиловтың әрекетін көріп тұралық. Жөн ғана ойынға кіргізіп берді Роман. Көтеріп беру бар. Ой-ой-ой, Дамир Акимов. Да, емін көшіріктерді қолынан шығарбайды кендігін білеміз. Акимов өзі блокты ойын алып бара тұрчы ойыншы ол содағы. Мұшында емін көшірікті қармап бұзатқан соққылар арт-артынан ұпай іштеп тағап береді. 14-14 қайрадан теңеште қазақстандық волейболшылар. Илья Таволжанский. Соло ғой ойыншы. Бір топ мәселе жарақтандығын көргенбіз. Көшірдің ойында тағы бірақ анын өткөрісі ортада отырға тиіп өзінің жарым таласына түшіменен 15-ші ұпайды атандаштарына қырғызстандық волейболшыларға белек қылып жатқандығын көрудеміз. 15-14 қайрадан алды дауыс. Өмірбек Жунусов. Топты ойынға қошы. Жунусовтан ортада отырға тиіп тосқолдық болса дағы то өтті. Андан арқа әрекетінде Жамалидин Мусаев мен Нұрислам Медетбекұлы блокты кешіккен. Деме соққы ұзатқан Рустам Гилязуддинов. Кезектегі 15-ші ұпайды өзінің командасының пайдасына жазуда. Рустам өзі топты ойынға кіргізеді азыр. Жөнекөй өткөріп беру. Темир Мусаулы қаул алды. Жамалиди Мусаев көтереді. Мық қатқандай. Шындай мүмкіншіліктерді көбірек пайдаланса тура олчудай. Нұрислам Медетбекұлы өте тұрықты ойынын көргізуді. 16-15 бір ұпай айырмашылығында алды дауыз азыр. Кезегеме Нұрмұхаммед Тоқтаевта. Нұрмұхаммед қатар-қатар кіргізіп берулеріменен бұға шейін әрекеттерін ұпайларды іштеп тапқандығын көргенбіз. Жаңа аның қуатты кіргізіп берген тобы Рустамға бір топ мәселе жаратты. Андан кейін 5-ші номердегі Сергей Кузнецов тағы бұтыменен топты сақтап қалуға әрекет жасады. 17-15 екі ұпай үстемдігі өте тұрықты есеп саны дейлі. Мұндай тең атандаштықта жүріп жатқан беттеште. Нұрмұхаммед екінші кіргізіп беруін орындатады. Тұрықтылу керек. Қуатты кіргізілген топ. Бұл рет Рустам қауыл алдандан ары қазақстан тары чауылға шығады. Қайрадан не Дамир Акимов. Бұға чейін дағы ұшындай тактика менен бары өлі. Акимовтың бойының ұзындығына жана физикалық ауалына соққысының қуаттылығына таяну менен. Екінші ұпайды іштеп тапқандығын көрудеміз. Негедір азыр біздің блокты ойын алып бара тұрчы Нұрислам Медетбекұлы бұл ауалды көзөмөлдөп үлгүрбөй калган. Дамир Акимов өзү топту ойынға кошоду. 16-17. Кыргызстан улуттук курама командасы азырынча алды да сол канат аркылуу Темир Мусаулу. Ай-ай-ай, соққы узатууга бел байлаган жок. Бирок казакстандыктар жарым таласта жаралган башаламандык. Нурислам Медетбекулу кайда шашты азыр. Контур чабуулдан кармоону туура көргөн. Эми ашыкча каймайчулардын кереги жок. 17-17 абал туруктуу эле бардыгы жакшы. 4 упай үстөмдүгүндө артта келе жатканыбыз дагы бардыгыбызга маалым болчу башында. Андыктан ошол абалды көзөмөлдөгөндөн кийин тең тең эсеп сандары кармалып турган учурда бири биринин көңүлүн түшүрбөгөнгө дагы аракет жасашы керек оюнчулар. Эми ката кетирет бардыгы. Бир аз кечиримдүүлүк менен ойнолуп барсын. Ич ара келишпестиктердин оюнчулардын арасындагы түшүнбөстүктөр кереги жок азыр. Жана тайм-аут. Андриан Кудинов эсеп сандары теңелгенден кийин тайм-аут алууга мажбур болду. Бақыт Алиев, Исматилла Амиров қайрадан не бардығы көргізмелерді беріп жатады. Алаңғыча 30 секунда. Жиынтықталып қайрадан ойыншылар ойын таласын үстіне шығышы керек. Ешқандай тілі өзгөрту болған жоқ көрінеді. Қазақстандың құрамасында тілі Борис Гребенников бұға чейін ойын алып барып жатқан ойыншыларды талаға шығарды азыр. Болғанда либера жоқ. Либераның орнына жаңылбасам 22-ші номердегі ошол Илья Таволжанский. Киргенден көрсөтүп болот. Таволжанский киргизип берүүнү ийгиликтүү орундатып албай калгандан кийин алмашууга кеткен. Дамир Акимовтун киргизип берүүлөрү менен оюн башталат. Жана так эмес. Ооба. Сызыктын сыртына түштү. 18-ci упай. Анкудиновтун алган тайм-ауту бир упайлык болуп иштеди дейлик азыр. Эми Нурислам Медетбекулу. Нурисламдын дагы киргизип берүүлөрү өтө кубаттуу. Байкап туралык. Ошол кубаттуулук, туруктуулук кереги азыр. Ай-ай-ай.
жөн гана оюнга түшүрүүнү туура көргөн, натыйжасында сызыктын сыртына чапты. Жамалидин Мусаев оюн талаасын таштайт. Жок, Роман Шилов оюн талаасын таштайт. Анын ордуна Эмиль Идирисов 6-чы номердеги блокту оюн алып бара турчу 26 жаштагы оюнчу. Кыргызстандын ички чемпионатында РМ командасында оюну алып барып келет ал. 18-18. Жана топту оюнга кошуп берет Сергей Кузнецов. Байкап туралык. Сергей дагы оюнга таштайт. Нурмухаммед топту кабыл алды. Темир Муса улуна сокку. Так эмес. 19-18 эсеп сандары. Казакстандыктар кайрадан алдыга чыгып кетишти азыр. Эми абалды туруп таштырууга аракеттерин көрүшсө жакшыраак болчудай. Да. Снова вырывается вперед сборная команды Казахстана. Но понятно, что до 23-го очка там пока что, я думаю, что интрига будет сохраняться до последнего. И сильнейший просто удар. И отправляется мяч после блока в аут. Дорогие друзья, Темир Мусаулу в очередной раз здесь сыграл просто великолепно. Теперь дело за малым. Просто брать эти самые 6 очков. Как она легко прям звучит. Со второй зоны сильнейший просто удар. Коснулся мяч все-таки игрока нашей сборной. И в итоге 20 очков Казахстан здесь берет. Но благо, что, конечно, мы плюс-минус в 1-2 очка играем сегодня в этой партии. Так что 20-19 это просто цифры. Ничего не значащие. Ну, конечно, не понимаю, что значит. Значит, то, что Казахстан впереди. Только лишь это. Сильнейшая просто подача здесь получилась. Разыграли его вот здесь. В пустую зону. Да, так и нужно. Эмирбек Чунусов взрывается здесь. Взрываются трибуны от этого удара нашего игрока. И это 20-е очко. На двоих уже, ну, побили тотал 40. 40 очков в этой уже партии. О, хорошо. И только начали болельщики возгласа «Кыргызстан, Кыргызстан!» И сразу же здесь Темир Мусаулу зарабатывает 21 очко своей подачей. Прекрасная работа, друзья. Да, вы слышите это, да? Господи, столько народу. Первый темп, отличная работа нашего либера. Еще раз здесь Нурмухаммед Токтоев, и это 22-20. Молодцом. Да, вы по ходу, конечно, игры чуть-чуть отдали очки. Было такое. Но сейчас мы снова на коне. Подача, Темир Мусаулу. Ой-ой-ой. И мудрил здесь, отправил мяч прям в сторону Нурсили Чурабаевой, кстати говоря. Она вот сидит сзади этих щитков рекламных. Вообще наши девушки в волейболистской сборной Казахстана есть все. Ну, поддержка, вот. А теперь уже гул в сторону Казахстана. Ай-яй-яй-яй-яй, ошибка здесь. И какая работа высокорослых игроков защиты сборной команды Казахстана. Тайм-аут, друзья, Анкудинов берет этот тайм-аут. Счет 22-22. Ну что ж, Бахталиев здесь сразу же кому-то выписывает. Надо этим заниматься. Да, вот здесь чуть поближе будет, да, все-таки. Посмотреть, кому что говорят. Готовы мы. Ну, как у Сейн Болт, да? У него старт не самый быстрый, но на финише он быстрее всех в мире. И сегодня в этой партии также мы начали очень тяжело, как-то вкатывались, вкатывались.
Посмотрим в итоге, может быть, и в финише придем первыми. Но главное, чтобы Блейк нас не обошел, как раз там. Так, принимаем. Второй темп здесь. Отличный просто удар. Мяч снова в игре. Четвертая зона. И это 23-е очко сборной Казахстана. 23-22. Ну, 2-0. Это будет, конечно же, большим подспорьем для того, чтобы в третьей партии собраться и выдать 3-0. Чем 1-1, а потом дальше 2 партии как минимум играть. До тайбрейка доводить. Ну, давайте не будем. Так. Не сильно получилось. Неудобно здесь сыграл связующий. Здесь тоже наш неудачно сыграл. Но все-таки от блока мяч уходит за пределы. И у нас тем временем сетбол, друзья. Сетбол на 2-0. Вот. Как говорил Хината Шойо, почему я не сдаюсь? Потому что я еще не проиграл. И когда мы проигрывали 19-18, мы еще не проиграли. Мы не сдавались и играли. И сейчас мы делаем 2-0, друзья. В полуфинале Кубка Уинова Центральной Азии против Казахстана мы делаем счет 2-0. Друзья, браво! Идем мы к третьей партии. Там и услышимся. Ну что ж, готовы мы к Туркменистану? Или у Казахстана есть еще шансы? Ждем.
3-чү бөлүк урматтуу теле көрүүчүлөр. Эсеп сандары 2-0. Биринчи жана экинчи бөлүктү ишенимдүү капчыга салдык. Эми азыр чечүүчү көчө күнү дагы ушундай көрүнүш катталгандыгын көргөнбүз. Бирок экинчи сет эсиңиздерде болсо 34-32 эсеп сандарына чейин барган. Бүгүнкү беттеште 25 упайды топтоп эле экинчи сетти алышты биздин оюнчулар. Жана киргизип берүү мүмкүнчүлүгү дароо казакстандыктарда. Нургазы Көкчолоковтун ышкырыгын күтөлү. Ишкырык жаңырды. Демек Михаил Устинов топту оюнга аралаштырат. Кубаттуу киргизип берилген топ. Кутманбек Азамат либеранын аракеттери өтө көзгө толумдуу болду да жана дароо эле ачык калган аркага топту түшүрүү мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланган Өмүрбек Жунусов. 1-0 жакшы башталышы, өтө жакшы. Эми ушул туруктуулукту кармашы керек. 3-0 эсебинде беттешти жыйынтыктап кое турган болсо анда менимче бардык күйөрмандарга чоң белек кылышат. Темир Муса уулу кубаттуу киргизип берилген топ. Ой-ой-ой, Казакстандын либерасы дагы. Ой, азыр бул жерде кимисинин катасы бир аз түшүнүксүз ачык калып калган ортодогу 5-чи зона. Жана 1-1 кылып теңеп алышты дароо. Владимир Прокофьев. Өтө туруктуу оюнчулардын бири Казакстандын курамасында алдагы. Жана кезектеги аракетин көрүп туралык. Кубаттуу киргизип берүү. Нурмухамед Токтоев кабыл алып берди. Жамалидин Мусаевтен көтөрүлгөн топ. Нурислам Медетбек уулу. 2-1 эсеп сандары. Улуттук курама команда тууралуу кошумча маалымат берип өтөлү. 12 июлда чогулду курама жалпысынан окуу жыйынды Бишкек шаарында эле өткөн. Мындан сырткары алдыда дагы Азия Кубогунун чакыруу беттештери орун алат. Ал Ысык Көл жергесинде болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ошол жакка канчалык бир деңгээлде даярдык жана курамага кошулган эки оюнчу тууралуу дагы маалымат берип өттүк буга чейин. Эки эки азыр кезектеги киргизип берүү. Кутманбек Азамат Жамалидин Мусаев көтөрүп берүүнү орундатты. Өмүрбек Жунусов эсеп сандарын 3-2 кылды жана топту өзү оюнга кошот. Азыр туруктуулук керек. Өмүрбек Жунусовдун өткөрүүсүн көрүп туралык. Ой-ой-ой, либера өтө мыкты деңгээлде оюн алып барууда. Бокен Эрикжан жана кабыл алгандан кийин дароо чабуулга чыгып эле эсеп сандарын 3-3 кылып теңеп алышты казакстандыктар. Киргизүү мүмкүнчүлүгү Рустам Илязудиновда. Рустам кубаттуу. Нурмухамед Токтоев кабыл алды. Жамалидин Мусаевтен көтөрүлгөн топ. Нурмухамед кайра өзү жакындап келген. Натыйжасында 4-3. Ооба, блокто жакшы оюн алып барганы менен Дамир Акимов анын колуна тийип кайткан топ сызыктын сыртына түштү. Эми Нурмухамед өзү топту оюнга кошот. Жакшы бир туруктуу киргизип берүүнү орнотот деген ойдобуз. Кубаттуулукта маселе жаралган жок. Рустам кабыл алып берди. Сол канаттагы өнүккөн чабуул абал көзөмөлдөндү деген чектен Нургазы Көкчолоковтун ышкырыгы жаңырат дагы. Ооба, азыр Темир Муса уулу ортодогу торго тийип калды деген көрсөтмөнү берип 4-чү упайды казакстандык волейболчулардын пайдасына берип жатат. Ооба, бир аз нааразычылыктар да болууда. Эмил Идрисов бүгүн старттык курамда көбүрөөк оюн алып барууда. Эсиңиздерде болсо көчөкү күнкү беттеште 4-чү гана сетте оюнга чыккандыгын көргөнбүз. Жана Идрисов сокуз атабы азыр жок. Кайрадан эле Нурмухамед Токтоев. Блоктогу оюнчулардын тоскоолдугуна карабай 5-чү упайды иштеп табууда. Азамат өтө керектүү упай болчу бул. Эми Эмил Идрисов топту оюнга кошот. Идрисов РМ командасында оюн алып барып жүрөт Кыргызстандын ички чемпионатында. Жана кезектеги киргизип берүүсүн байкайлы. Кабыл алышты. Казакстандыктар да чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгү. Ой-ой-ой, өтө кубаттуу сокку. Кабыл алыш чындыгында оор болду. Владислав Кунченко 1998 жылкы алдагы Буревестник командасынын оюнчулары. Азыр Казакстанды карай турган болсок, жалпы улуттук курама команданын курамында
Бревесниктен 4 ойынчы болсо, 4-3-3-тен старттык курамда өтө көзгө толумдуу аракеттер менен көз кыргызга түшүүдө. Жана Өмүрбек Жунусовдун соккусу блок иштеди азыр. Экинчи толкундагы чабуу Нурислам Медетбек уулу. Өтө кубаттуу сокку жасады Нурислам. 6-5-90. Жана кайрадан топту оюнга аралаштырат азыр Жамалидин Мусаев. Жамалидин кубаттууга соккуга басым жасабайт. Жөнөкөй оюнга аралаштыруу менен баштайт. Эми ушул чабуулду кабыл алып күтүшү керек. Ай-ай-ай, Нурислам азыр блокто кечигип калды. Жамалидин дагы абалды көзөмөлдөп оң жак канаттагы жана болсом үчүнчү зонага түшкөн. Ал жерден топту сактап бере алган жок. 6-6 кайрадан Михаил Устинов. Жалпысынан теңдик деле өтүп жатат да, бирок бөлүктөрдүн сеттердин жыйынтыгы менен 2-0. Ой-ой-ой, Михаил Устинов катага жол берди. Анын киргизип берүүсү ортодогу торго тийип өздөрүнүн жарым талаасына түштү. 7-нчи упай Темир Муса уулу. Темир Муса уулунун киргизип берүүлөрү кубаттуулукка басым жасалат. Муса уулудан дагы бир киргизип берилген топ Эрикжан Бокен кабыл алды. Жана азыр 4-нчү номердеги Сергей Кузнецовдун соккусуна блоктогу оюнчулар бир аз кечигип калган. Эсеп сандары кайрадан 7-7. Алмаштыруу. Дамир Акимов оюн талаасын таштайт Казакстандын курамында. Жана 17-нчү номердеги Бекарыс Габитули оюнга кошулду. Бекарыс 2001 жылкы, 2 м 2 см боюнун узундугу, Атырау командасында оюн алып барат Казакстандын ички чемпионатында. Көчө да бир топ маселе жараткандыгын көргөнбүз. Ошол блокто оюн алып баргандыгында өтө мыктуу оюнчу экен. Эми азыр биздин волейболчуларга көп бир маселе жаратпайт деген ойдобуз. Блокко чыккан Нурислам Медетбек уулуна эч кандай тоскоолдук жараткан жок ал аракети. 8-7. Өтө жакшы бара жатышат. 3-0 кылып беттешти жыйынтыктап кое турган болсо, кыргыз волейбол сүйүүчүлөрүнө, волейбол көрөрмандарына өтө бир чоң белек болмок. Медетбек уулунун аракетин көрөлүк. Усинов кабыл алды. Чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жетишер бекен Темир Муса уулу жетишкен жок. Эсеп сандары 8-8. Прекрасная работа, прекрасная работа нашего же команды. Но теперь будет подавать Казахстан. Не сильно подача, мы в игре. Четвертой зоны, хорошо. Отсюда наша стена все-таки не удержалась. Ну и Казахстан сыграл неплохо. Итак, между линиями есть прекрасная связь. Здесь друг мой Тохтоев. И что там, ваут еще получается. 10 очко Казахстан здесь тем временем забирает. Не самое лучшее зрелище. Да и вот здесь тоже есть несогласованность в действиях. И вот видите, отдаем даже 11 очко. Ребята, ребята! Собраться, собраться-то надо. Так не пойдет. Поддержка нужна. Был бы сейчас микрофон, сказали бы, давайте поддержим. Сейчас вот наши болельщики чуть пассивные. Просто лишь крики, но организованной поддержки нет. Надо, надо поддержать сейчас. Следующее очко. Тайм-аут нужен, тайм-аут нужен. Тайм-аут нужен нашей команде. Да, так оно и есть. Берет тайм-аут. Здесь Анкудинов. Без этого было уже никак, потому что 4 очка, друзья, преимущество. Когда же такое видно было в этом матче, чтобы Казахстан 4 очка ввел? Не было такого. Да, не смейте опускать головы. Волейбол — это спорт, где смотрят только вверх. И вот нашим волейболистам бы такие слова.
слова от Бахаталиева. Но здесь болельщики ваш экран только что были в огромном просто количестве. В такие моменты, конечно, понимаю, что есть некие проблемы тоже в нашем ФОК, физкультурно-оздоровительном комплексе, да, с вентиляцией и с кондиционерами. Жарковато, друзья, жарковато. В принципе, в Кыргызстане жарко, а здесь вообще и на поле, то есть на паркете там плюс 40, а на трибунах все плюс 60. А в комментаторской там вообще плюс 100 сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой! От сетки! Что, мальчики куда уходят просто? У нас же должно быть, да? А, это Краснодар подает, да. Да-да-да, 14 очков, да-да-да. В какой-то момент просто померещилось, что очко должно быть у нас. Но здесь от сетки мяч отправился на паркет. Здесь неудачный прием получается. Мухаммед Тохтоев сохраняет. Нет, не сумеет только сохранить мяч казахи. Рустам Гилезудинов не успевает. И в итоге у нас 9 очко. 5 очков есть гандикапа. Очень большое преимущество. И подача тоже неудачно получается. Да! Рубек Чунусов. Ах, МК, нужно было сейчас все-таки здесь брать. Такой ситуации нужны хорошие подачи. Если даже не на эйс, просто нужны хорошие подачи. Вот такие. Второй темп. Сильнейший просто удар. И вот здесь уже Рубек Чунусов. Вот его работа. Выпрыгнуть со второй линии, слететь и ударить. Так, Нурмухаммед Тохтоев будет подавать. Вот у него подача прекрасная. Ну, в целом, конечно, наши подают не так, как хотелось бы иногда. Ой-ой-ой, первый темп и что творят просто. Там запрыгивает на своих партнеров по команде здесь либеро. Аут. Аут. И вот 11-16, друзья. Но все еще 5 очков преимущества. Ну, по ощущениям, конечно, мы эту партию потихоньку-то мы отдаем. Нельзя. Нельзя. Рома Шилов. Ну, таки подача у него. Не сильно. Со второй линии сильнейший ударит. 17 очко. Ну, что такое творится-то, а? 17-11. Такого доминирования Казахстана во всех трех партиях не было. И сейчас вот они доминируют. Да, не скроешь. Так, у Тимура еще один шанс есть. Тут тоже не получилось. 18-11, друзья. Ну что ж, готовимся мы что, к четвертой партии, что ли? О, зырқы ауалы ұшындой көрінішкі жақында пара жатқандай. Көчі үгіні дағы ұшындай ұлғын 3-0 есебінде жиын тұқтай ұзға деген. Ойды тұрған ұшырда. Үшінші партияна алдыр егеміз. Азар қатаға жол берді. Нұрлібек Нұрмұхамметов. Қатаға жол беріп. Есеп сандары 12-18-ге қысқарап, 6 ұпай айырмашылығындағы үстемді қазақстандықтарының пайдасында. Жамаледин Мусаевтың өткөрісін көрелік. Жамаледин. Еме Чауылды тоқтотыш керек. Ай-ай-ай. Темир Мусаулы блокты кетшікті. Аның кетірген қатасынан пайдаланған 21-ші номердегі Михаил Устинов. Қайратан әлі. Қазақстан құрамасының пайдасына кезектегі ұпайды. Салды. Жамаледин Мусаев ойын таласын таштап чықты. Анын ордына 3-ші номер деген Нұрбек Қожамберди ұлы. Нұрбек Қожамберди ұлы. Бұл Барбаразияның Чақыру кубогындағы
ойындарда улуттук курама үчүн дебют жасап жатат десек мына болот. Ой-ой-ой, керек Тупай. Ушул туруктуулук керек Өмүрбек Жунусов, Азамат. Керек 13-чү упайды. Команданын пайдасына жазууда 13-19. Жакында бара жатат казакстандыктар ооба. Бир кадамга жакын бул сетте бул партияны жеңип кетүүгө. Темир Муса уулунун аракеттерин көрөлү. Муса уулунан кубаттуу киргизип берүү. Бул Кен Эрикжан жакшы кабыл алды. Тийген жокпу колуна? Тийди деген көрсөтмөнү берип жатат азыр. Негизи оюн талаасыгынын сыртына эле түшкөн. Нургазы Көкчолоков 20-чу упайды азыр казакстандыктардын пайдасына берди. 20-13. 7 упай үстөмдүктө. Владимир Прокофьев. Топту өткөрөт азыр. Көрүп туралык. Ортодо торго тийип тоскоолдук менен өттү. Өмүрбек Жунусов мындай эле күчтүүлүктү колунан чыгарбайт ооба. 14-20. 6 упай, 6 упай. Ромашилов оюнга кошулду. Либера Кутманбек Капсатаров оюн талаасына чыкты. Анткени азыр киргизип берүү мүмкүнчүлүгү бизде. Коргонууга бир аз басымдуулуктун кереги жок. Нурислам Медетбек уулунун топту өткөрүшү. Топ оюнда. Экинчи сызыктан соккуз атат. Анчейин кубаттуу болуп берген жок. Ушул жерден дагы бир упай иштеп тапса болот. Ай-ай-ай, Нурмухаммед. Ооба, ооба, бар упай. Нурмухаммед Токтоев үдүрүк согуп алды деген ойдо болчумун. Демек блоктогу оюнчулардын колуна тийип кайткан бул сокку. Тайм-аут азыр. Борис Гребенников тайм-аут сурады калыстан. Эсеп сандары 15-20. 5 упай үстөмдүк азыр. Бул беттештин 3-чү. Ооба, бул беттештин 3-чү бөлүктүн тагдырын 5 упай чечип турат азыр. Казакстан 5 упайды алса, бул партияны жеңет. Кыргызстан 5 упай алса, эсепти теңеп, андан аркы 5 упайды иштеп таап, беттешке бирөтоло чекип коюп салганга жакындайт. Красиво сказано, да? Роковые 5 очков, которые решат исход этой встречи. Для кого-то роковые, для кого-то счастливые будут. Ну, надеюсь, для нас будут счастливые, потихоньку приблизим туда, да, и потом дальше 5 очков. И поехало 3-0 финал завтра с Туркменистаном. Ждем, друзья, ждем мы этого. Пока что наша сборная еще голову не опускает. Играем, играем. Просто у Казахстана ну мотивация бешеная просто, нужно понимать. Мы хотим выиграть, да, Казахстан тоже хочет. Поэтому вот такая вот игра идет. Но вот такие ошибки тоже делать не надо. Когда соперник, когда мы проигрываем, скажем так, моменты и розыгрыши из-за соперников. А, очко у нас. Ага, ага, вот так оно все. И замена происходит быстро. Быстро заменили. Я к тому, что когда из-за соперника проигрываем и розыгрыши, понять можно. Свои ошибки. Ну не надо, не надо. Важнейшие матчи, друзья. И отсюда баум просто. Пушка страшная. Как колодезная была. А здесь вот. Ехала Өмүрбек Жунусов. 16-21. Но все еще опять же те самые 5 очков, о которых говорил Даир. Они же здесь. На поле этом. Подача. Сильная. И здесь. Ух. Касается блок. Блок этот мяч. Все-таки уходит мяч за пределы. 22-16, друзья. Тайм-аут. Долго-долго. Ну, много еще. Смотри. 4, еще 2, 6 очков, друзья. Тяжеловато будет. О, орбол портачындыгын, да. 3 упай гана жетишти азыр Казахстан улуттук курама командасына бул сетте жыйынтыктап салууга. Бирок биздин башкы машыктыруучу тайм-аут алды Андриан Кудинов. Керектүү бир көрсөтмөлөрдү берип оюн талаасына чыгарат деген ойдобуз. Экинчи дебюттук оюн өткөрүп жаткан Жантемир Жээнбек уулу дагы оюнга чыкты. Нурмухаммед Токтоевду бир аз эс алдырууну туура көрдү көрүнөт Анткудинов. Жана байкап туралык. Казакстан баштайт. Рустам Гүлязудинов. Оюнга ташталган топ көтөрүп берүү. Роман Шеловтун соккусу анчейин кубаттуу болбой калды. Экинчи аракети менен топту чүрүүнү көздөгөн. Топ оюнда.
Инка ракетинде. Устинавтан да бир соко. Блок. Ромашилов Азамат. Инке ракетиминен ақыры. Чауылды ишке ашырды. 17-22. Мүмкіншілік бар, мүмкіншілік бар. Ең башқысы қатаға жол бербеші керек азыр. Жантемир Жейнбек ұлы топты ойынға қошот. Қармаш керек тұрықты ұлықты. Өз-өздің кіргізіп берулердің үстіндегі көп ұпайларды. Жаңылбасам 4-5 ұпайды атандаштарға беріп қойды қазір. Ерікжан Бокен. Қазақстандың либера ойыншысы қатаға жол берді. Дағы 18-ші ұпай. Қырғызстан ұлттық құрама командасының пайдасында. 18-22. 4 ұпай. 4 ұпайға қысқартып үлгірішті. Жантемир Жейнбекұлынан дағы бір ұпайлық кіргізіп беру керек азыр. Бардық күйермандар аны қолдап жатышады. Ойынға ташталған топ. Бокен бұл рет қаул алды. Блок іште. Роман Шилов ордында. Екінші толқында қараке. Құтманбек Азамат. Ай-ай-ай. Бұл жерде міне Нұрғазы Көкшолоқ 60-40 жаңарды дағы. Роман Шилов жолбысы 3-ші номердегі. Нұрбек Қожамбердиұлы ортада торға тиіп қалған. Натыйжасында 23-ші ұпай қазақстандықтардың пайдасына кетті азыр. Бекарыс Габитули. Бекарыс экраныңыздарда. Ең ұзын бойлы ойыншы Қазақстанның құрамында. Ой-ой-ой, жақшы, жақшы азыр. Нұрбек Қожамбердиұлы авалды көзөмөлдөгөн жана Нұрғазы Көкчолок автын ышкырыгын күтөлүк. Бир аз талаш жаралууда. Казакстандыктар упайды майрамдаган. Ооба, Казакстанга берди бул упайды. Сет поинт. Бекарес Габитули. Бир упай гана бөлүп турат азыр. Жана Габитулинин өткөрүш ортодогу торго тийип өзүнүн жарым таласына түшүп калды. 19-24. 5 упай кайрадан эле. Ортодогу айырма. Но Казахстан достаточно одного очка, а не 5, да, чтобы выиграть эту партию. Но нас, а нам вот как минимум 5 нужно, чтобы хотя бы сравняться. Роман Шилов подает, ошибаемся, друзья. Давайте посмотрим мы четвертую партию. Ну что, скучная будет и неинтересно будет, если мы выиграли 3-0. А так посмотрим еще одну партию и сделаем рефрен предыдущего матча.
Ну что, друзья, мы поехали дальше. Теперь у нас здесь партия номер 4, которая, может оказаться последней, но которая может вывести нас на тайбрейк. Поэтому ближе к вашим телеэкранам, дорогие дамы и господа, вы смотрите телеканал КТРК Спорт. Возможно, смотрите нас и на нашем сайте, и, возможно, с разных приложений. И у нас есть на платформе YouTube также прямая трансляция. И, безусловно, мы в прямом эфире. Физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром». Казахстан-Кыргызстан. Кубок вызова Центральной Азии. Это кубок мэра города Бишкек. Играем мы в полуфинале с казахами. Проиграли предыдущую партию. Партия номер 4. Ну, ждем, друзья, мы ждем победы, конечно же. Сильнейшая подача, но она получается вау. 1-1. Да, друзья, это игра, которая сейчас приковывает себе огромное внимание. И хотелось бы, конечно, чтобы из нее победителем вышли именно мы. Хороший здесь удар получается. Все-таки с блока мяч отправляется в аут. 2-1. Казахстан вырывается вперед. Ну, тяжелая, да, тяжелая работа нас ждет. Тяжелая игра ждет. Хорошая подача. Второй темп, и ох, снова он, друзья, Мирбек. Отличная работа Мирбека Джунусова. 25-летний игрок команды Ошму. Здесь сыграл просто великолепно. 2-2. Нельзя отдавать. Роман Шилов. Ну, мы подачи знаем, главное подать. Ну, а здесь пропустили эту атаку. Что там? Наши защитники у сетки. Проморгали этот момент. Там и первый темп, конечно, был, но все-таки проморгали. Казахстан в атаке. Владислав Кунченко. Первый темп. И снова блок, смотрите. Снова блок. И снова вот Дамир Акимов. Дамир Акимов, Рустам Гезуддинов. Играют они просто великолепно в этом блоке. Такая вот великая казахстанская стена. Ой-ой-ой-ой. Сильнейшая подача получилась здесь. Да, отдаем, смотрите, отдаем сейчас, отдаем, ребят. Ну, вот в такой ситуации. Ага, вот тут у нас, между прочим, да. Рука здесь перешла линию, перешла. Перешла рука в сетку. И теперь у нас подача. 4-5. Хорошо, без атаки здесь. И ну, чуть поспешили, но пропускаем эту атаку. И тут будет у нас этот мяч. 4 удара получается у Казахстана. И это 5-5, друзья. Трибуна заводится. И надо, чтобы завелась кыргызская машина под названием «Сборная Кыргызстана по волейболу». Эмирбек Джунусов, друзья. Джунусов. Его подача, там нужно протереть паркет. Там работают здесь сервисмены. Молодые ребята, которые мячи подают. Сильнейшая подача здесь была. И первый темп. Вот это да. Что там? Аут. Аут. Аут видят
А здесь наши боковые. А значит, все верно. Ну, тут, конечно, и судьи есть и из Казахстана, как я понимаю. Потом это наши судьи. Глаза. Чулоков на вышке. 6-5. Сильная подача. Мяч в игре. Вторым темпом с 4-й зоны. Аут. И это 7-5. И это 7-5. Дорогие друзья, мы 2 очка сейчас повели. И шанс. И удержаться надо. О, и купай, стоп, другой. Джеки Беши, Сепсандара. Бектин, кезектеги өткөрүп берүүсү азыр. Чабуулда Казакстан өтө жакшы. Коргоонуу тарапты дагы жакшы көзөмөлдөп жатышат. Көтүр чабуул азыр. Ай-ай-ай, калсын ышкырыгы. Ага, бул жерде Михаил Устинов ортодогу торго тийип калган. Блокко чыгып бара жатып. Аны каптал жактагы экинчи калыс көзөмөлдөдү дагы. 8-чи упайды Нургазы Көпчүлоков. Кыргызстан улуттук курама командасынын пайдасына бергендигин көрдүбүз. Азыр Михаил Устинов өзү калыс менен барып баарлашуулар жүргүзүп жатат. Нургазы Көкчолоков. Эми мындай нарасылыктар буга чейин эле болгон. Ошол учурда Нурмухамед Токтоевдин да калыска барып кайрылып келгендигин көргөнбүз. Өзгөрбөйт чечим. 8-5, 3 упай алдыдабыз. Өтө жакшы жүрүш. Ушул туруктуулук керек азыр. Андан чекти тайм-аут. Тайм-аут. Ойундун жүрүшүн бир аз өзгөртүү иши мүмкүн. Дал ошону түшүнгөн казакстандык башкырма шыктыруучу Борис Гребенников. Тайм-аут алды. 8-5. Өтө ыңгайлуу эсеп саны. 2-1. Бул сет чечүүчү чындыгында. Эгерде Кыргызстан жеңишти камсыздаса азыр жалпы беттештин жеңүүчүсү атанат дагы эртеңки күнкү оюнга. Түркменистан менен боло турчу беттешке даярдыгын көрүп баштаса дагы болот. Бирок азырынча эрте. Адегенде бул беттешти жеңиш керек. Нурбек Жунусов. Жөн гана оюнга өткөрдү. Ой-ой-ой, жөнөкөй өткөрүп бери менен чабуулун жыйынтыктайт азыр. Кайра баштан баштап көрсө болот. Нурислам Медетбек уулу. 9-5 эсеп сандары. 4 упай айырмачылыгындагы үстөмдүк. Нурислам Медетбек уулу Азамат. Керектүү упай болчу. Өмүрбек Жунусов. Экинчи аракет менен топту оюнга аралаштырат. Алмаштыруу Казакстандын курамында. Дамир Акимов кайрадан оюн талаасына чыкты. 17-чи номерде буга чейин ойноп жаткан Бекарис Габитули. Оюнчулардын курамын таштайт. Тыныгууга кетти. Эми Өмүрбек Жунусов топту оюнга кошот. Кубаттуу киргизип берилген топ. Либера кабыл алып берди. Андан аркы чабуулдук аракеттер оң канат аркылуу өнүгүүдө. Эмирбек Азамат топту сактап берди азыр. Аха, сызыктын сыртына түшүп калды. Каптал жактан Жамалидин Мусаев абалды көзөмөлдөгөн аракет жасаган. Бирок тордон дагы өттү. Атаандаштарынын жарым таласыгынын сыртына түшүп калды топ. Натыйжасында 6-9. 4 упай. 3 упай кечиресиздер. 3 упай айырмачылыгы. Дамир Акимов. Атырау командасынын блокту оюн алып бара турчу оюнчусу. Азыр чабуулда Темир Муса уулу. Эки блокко чыккан оюнчунун тоскоолдугуна карабай турап. 10-чи упайды курамынын пайдасына алып келип жатат. Жана Роман Шилов оюнга чыкты азыр. Либера Кутманбек Апсатаров оюн талаасын таштап кетти. Нурислам. Өткөрүп берүүнү орундатат. Коргонуш керек азыр. Ай-ай, блокто Темир Муса уулу менен Роман Шилов кечигип калды. Алардын кетирген катасына пайдаланган Михаил Устинов 7-чи упайды иштеп таап жатат. Нурлибек Нурмухамедов 2000-чи жылкы Тарас командасынын оюнчусу топту оюнга киргизет. Өтө уюштуруучу, ошо байланыштыруучу позициясында оюн алып барган. Мыкты оюнчу экендигин көргөнбүз. Анын өткөрүп берүүсүнөн кийин чабуул өнүктүрүп Роман Шилов 11-7 эсеп сандар. Өтө жакшы, өтө жакшы. Оюн бир нуукка түшүрүп алышты азыр. Ушул нууктан чыкпашы керек азыр.
Джамалидин Мусаев. Чинокой гана ойынга таштап берүү. Либера бираз катага жол берди. Натыйжасында башаламанды контур чабуул. Нурмухаммед Токтоев. 12-7 эсеп сандары. Азамат керектүү учурда. Керектүү жерден пайда болуп чыккан Нурмухаммед Токтоев. 12-ci упайды. Құраманы пайдасына салуда. Джамалидин Мусаевтің әрекеті. Ой-ой-ой, қаул алу тарауында мәселелер жаралуда. Нәтижесінде жүрек өткөріп бермені қазақстандықтар жауылдың әрекеті жиынтықтай. Жана Нурмухаммед тағы бір соққы. 13-7. 13-7 есеп сандары. Өте тұрықты ауал. 6 ұпай айырмашылығында алдыға шығып алдық. Тоқты ош керек. Ава. Эми бул айдан анык болчу. Борис Гребенников дароо тайм-аут алды. Шакирттерине бир аз көргөзмө бербесе болбой калды көрүнөт. Анткени экинчи сеттен бери карай тарта 6 упай үстөмдүгүндө Кыргызстан улуттук курама командасын алар алдыга кое бере элек болчу. Ой-ой-ой, эмне болуп жатат? Джамалидин Мусаев азыр медициналык жардамга дагы муктаж болуп жаткандай, бардыгы жакшы деп туралык. Джамалидин өтө керектүү оюнчу бул беттешке. Байланыштыруу зонасында Джамалидин Мусаевдин жоктугу чындыгында байкалып калат улуттук курамада. Бардыгы жакшы, толук курамда бардык оюнчулар кайрадан талаа үстүнө кайтып жатат. Джамалидин Мусаев киргизип берүүлөрүн андан ары жалгаштырат. 13-7. Джамалидин Мусаев. Көрүп тура алак. Саевтин оюнга таштап берген тобу абайлаш керек ушул жерден. Өтө жакшы блок иштеди. Мусаев көтөрүп берилген топ. Нурмухаммед Токтоев. 14-7 эсеп сандары. 7 упай үстөмдүк. Өтө жакшы жүрүш. Мына Джамалидин Мусаевдин көтөрүп берүүсү. Блокто болгону бир оюнчу калган казакстандыктардан оюн талаасынын оң канатында. Ал эми калган бөлүктөгүлөр дал ушул 10-чу номердеги Өмүрбек Жунусов соккуз атат деген ойдо сол канатты жабууга аракет издешкен. Бирок эми бул чабуулоо казакстандыктардын пайдасына кетти. Михаил Устинов эң тажрыйбалуу оюнчу. 1989 жылкы, оюнун узундугу 190 сантиметр. Буревестник командасында чабуулчулук милдетти аткарат. Эми Устинов өзү топту оюнга кошот. Уй-уй-уй, кубаттуу киргизип берүү. Кутманбек Азамат, Роман Шилов азыр. Джамалидин Мусаев экөөнүн бириктирип өнүккөн чабуулу ийгиликсиз болуп калды. 9-14 эсеп сандарын кыскартып жатышат казакстандык волейболчулар. Михаил Устинов киргизип берүүнү жасайт. Кубаттуулукка басым салат көрүнөт. Ооба. Ай-ай-ай, Темир Муса уулу турукту кабыл алып бере албады. Ооба, туура кадамдар Андрей Анкудиновтан. 7 упай үстөмдүгүндө алдыда келе жатып 3 упайды берип койду азыр. 14-10. 4 упай үстөмдүгү деле жаман эмес. Мындай тең атаандаштык да беттеште чындыгында жаман эмес. Бирок андан ары дагы абалды орнотуп алуу максатында тайм-аут алганы менимче машыктыруучу тарабынан жасалган жакшы кадамдар деп билелик. 30 секунда бүттү. Талаа үстүнө кайтыш керек оюнчулар. Киргизип берүү мүмкүнчүлүгү казакстандыктарда. Михаил Устинов 3-чү киргизип берүүнү орундатат жаңылбасам. Аракеттерди көрө эле Михаил. Германдар колунан келишинче тоскоолдук жаратууга аракет жасайт. Жана германдардын аракети иштеди. 15-10. Устинов буга чейинки 2 киргизип берүүсү өтө туруктуу болгон. Үчүнчүсү торго тийип өзүнүн жарым талаасынан орун тапты. Темир Муса уулу. Муса уулунун киргизип берүүлөрү дагы өтө кубаттуу. Жана ай-ай-ай, кабыл алууга жакындап эле бара жаткан казакстандык либеро оюнчусу Сергей Акуня. Бирок байкады сыртка түшөт экендигин.
Жана өз уағында қолын тартып үлгірді. 11-15. 4 ұпай. Айырмашылық ортада қайрадан әлі. Владимир Прокофьев. Бұревесниктің ойыншысы бұлдағы. Топты ойын қаралаштырады. Киргизилген топ, қаулалу тарауында мәселелер жаралған жоқ. Азыр Өмірбек Жунусов 16-шы ұпайды ішенімді іштеп тапты. 5 ұпай үстемді, көте жақшы көрініш. 16-11. Өмірбек Жунусов жана Роман Шилов топ ойынға қошады. Роман көріп берілген топ, қабыл алышты, қорғаныш керек, азыр, ай-ай-ай, Өмірбек Жунусов азыр блокқа шығуда. Әге шығып қалған Дамир Акимовтың соққысының мезін қайтар алған жоқ. 12-16, әмі топты ойынға қошып беру үшін Қазақстандан Владислав Кунченко. Жақында парды, Владиславтағы Бревесник командасында ойын алып бара! Таның кетірген қатасы 17-ші ұпайды. Қырғызстан ұлттық құрама командасының ойыншыларына белек қылуда. Да, и вот они, те самые 5 очков. Ну, теперь уже Казахстан отстает, и им нужно, конечно, нагонять, а нашим нужно брать очки. Сильнейшая подача Нурмухамеда Токтоева. Нурму хорош. Здесь атаку нужно, не нужно пропускать, но и вот на задней линии оказался Нурмухамед Токтоев. Да нет, это Эмирбек. Да, это наш игрок оказался, Эмирбек Юнусов. А так пропустили 13 очков Казахстана. Сильнейшая подача и фаут. Получается 18-13, друзья. Потихоньку приближаемся. Приближаемся мы к этим заветным ощущениям. А в аут еще идет, да? Да, аут. 14-18. И подай будет самый высокий игрок сборной команды Казахстана. Самый мощный тут 11 номер. Дамир Акимов. 202 сантиметра. В аут тоже подает. Да, третья подача подряд. Уходит в аут. Ну и благо. 19-14. Сейчас нужно нормально подать. Прям хорошо подать. О, и тоже ваут. И тоже ваут. 20-14. И у нас появляются прекрасные просто шансы. И шанс, если бы точнее, чтобы взять эту победу. Ой, и тут тоже ваут уходит. И там еще и сетка была. И в итоге у нас 21-14. Ох, как мы сегодня близки. Это было сильно, но тоже ваут. 22-14. У нас повторяется история вчерашнего матча, когда мы также вели 2-0, отдали одну партию, но в итоге взяли последнюю. Не сильная подача получилась. И вторым темпом Устюнов. И у него удается. Хорошая подача. 15 очков. 7 очков преимущества. Такой, конечно, большой отрыв сейчас отдать будет крайне. Нужно постараться прям. Да, это прям постараться надо. Я удивлюсь и, наверное, буду в большом шоке, если так произойдет. А это хорошо. Это Нурмухамед Токтоев. Снова он. Нурмухамед Токтоев снова взлетел в воздух. Встретил Саиджана Шарипова. И отправил мяч в сторону Казахстана. Два.
23-15. Несильная подача здесь и... Сетка, да? Получается. Ай-яй-яй. Коснулась рука. Коснулась рука. А значит, очко нужно отдавать. 16-23. Гудят трибуны. Вау, друзья, у нас матчбол. У нас матчбол, дорогие друзья. И мы готовы снова крикнуть «Ура! Ура! Ура!» Но не спешим. Тройное «Ура» будет сейчас через несколько минут. Сильнейшая подача, мяч у нас. Спешить не надо. Нурмухамед Нажилова и все. Золотое очко нашей сборной зарабатывает Роман Шилов, и мы в финале, друзья. Мы в финале, где будем играть с сильнейшими туркменами, но лучший способ, чтобы стать сильнее, это бороться с теми, кто намного, возможно, сильнее тебя, но туркмен не намного сильнее нас. Они доказали, что очень мощные в предыдущем матче. Берем реванш. О, 3-1 есеп сандарай. Гочоку күндөгүдөйле көрүнүш. Алгачкы беттеште да Түркменстан Өзбекстанды 3-0 эсебинде жеңгендигин көрдүк. Азыр Кыргызстан улуттук курама командасы Казакстанды экинчи ирет 3-1 эсебинде жеңип финалдык беттешти карай жолдом алып жаткан учур. Түркменстан менен боло турчу беттеште ийгилик каалайбыз жигиттерге. Артта калган 2 саатка чукул убакыт бою баяндамачылык милдетти аткарып кызматыңыздарда болдук. Мен Дайрбек Бешеналиев жана Бексултан Шуналиев. Да, друзья, оставайтесь на канале КТРК Спорт. Благодарим всех наших коллег, операторов, режиссера Бекта Тохтонова, ассистента Дина Бурмана. Любите нас на звуке. И все-все-все, всем пока. Завтра увидимся.